Продолжаем. В Архангельске подвели итоги 14-го городского форума «Молодежь в действии». Ребята представили различные проекты. От создания мест для выгула собак до строительства скейт-парков. У всех цель одна – сделать город комфортнее. Активисты Майской горки предложили благоустроить аллею памяти на Ленинградском 107. Они уже проводят там субботники. Мы своим советом решили помочь жителям нашего округа не забывать историю, обустроить и ухаживать за данными памятниками. И нам от администрации города Архангельск требуется средства, чтобы, допустим, чтобы нам приобрели скамейки, урны, растения, чтобы мы это все благоустроили. В этом году форум собрал не только лидеров движения, но и представителей молодежных советов из 9 округов Архангельска. Не просто так форум называется «Молодежь в действии». Молодежь как раз является той движущей силой по развитию той территории, на которой она проживает. Поэтому наша задача, как власти, дать ребятам возможность реализовать те идеи, те начинания, которые они видят, которые они хотят реализовать на своей территории. В завершении форума выбрали 3 проекта победителя. Это спортивный парк в поселке Силикатный, спортплощадка в Маймонксе и скейт-парк в Высокогорке.